ребят, встретили новых бриллиантовых директоров. Хочу, чтобы вы представились. Ребята Санкт-Петербурга, сами родом с Киргизии. Супер сделали результат. Вот сейчас мы с ними разговаривали, они меня очень задрайвили и замотивировали. Ребят, расскажите, как вы сделали результат. Я узнала, что вы работаете улицей, холодным рынком, каталогами. Как вы вышли на такой результат быстрый? Да, меня зовут Нурлан Сакиев. Меня зовут Ханет Кузашева. Скажу вот так, чтобы было понятнее. В любом сфере, в любом деле сразу результат не будет. Но если вы это делаете каждый день, вы становитесь профессионалом, и у вас будет легче получаться. Потому что, когда вы делаете это каждый день и анализируете, что вы делаете, да, например, люди говорили раньше, что Алфлайм — это фигня, как бы надо раздавать, я не умею, что-то то, да. Но мы это делаем каждый день, потому что, когда мы раздавали каталоги, да, бывали время, 50 раздаешь, никакого обратки нету. Но какое-то время проходит, у тебя обратка уже появляется. Почему? Потому что мы научились раздавать каталоги. Да. Вот а так. Сколько вы в каталог раздаете каталогов? По-разному. Если, например, выходные, мы берем 100-150. А так, ну, в сумке должно обязательно ходить 20-15 каталогов. Да. А в каталог, вот вы говорили, что бывает до 1000, да? Вам помогают кто-то? Вы покупаете эти каталоги? Бывает акции же. Там 25 штук вот так. И в конце каталога...